изучил все ноты от и до. Но кто мне на вопрос ответит прямо? Ведь начинают гаммы с ноты до, и ей уже заканчивают гаммы. Пляшут ноты в росе с толком, ждут до ре, ми, фа, соль, ля и си, пока разбросает их по полкам чья-то дерзкая рука. Известно музыкальной детворе, я впасть в тенденциозность не рискую, что занимает место нота ре на целый такт и на одну восьмую. Какую ты тональность не возьми, неравенством от звуков так и пышет. Одна и та же нота, скажем, ми, одна внизу, другая рангом выше. Пляшут ноты в росе с толоком, ждут до ре, ми, фа, соль, ля и си, пока разбросает их по полкам чья-то дерзкая рука. За строфами всегда идет строфа, как прежнее проходит перед взглядом. А вот бывает, скажем, нота фа звучит сильнее, чем та же нота рядом. Вот затесался где-нибудь бемоль, и в тот же миг, как в лес, он беспардонно, внушавшая доверие нота соль, себе же изменяет на полтона. Пляшут ноты в росе с толоком, ждут до ре, ми, фа, соль, ля и си, пока разбросает их по полкам чья-то дерзкая рука. Сел композитор, жажду утоля, и грубым звуком музыку прорезал, и нежная, как бархат, нота ля твой голос повышает до диеза. И, наконец, Бетховена спроси, без ноты си нет ни игры, ни пения. Возносится над всеми нота си, и с высоты взирает положение. Пляшут ноты в росе с толоком, ждут до ре, ми, фа, соль, ля и си, пока разбросает их по полкам чья-то дерзкая рука. Напрасно затевать о нотах спор. Есть и у них тузы, и секретарши. Считается, что в си бемоль минор звучат прекрасно траурные марши. А кроме этих подневольных нот еще бывают ноты-паразиты. Кто их сыграет, кто их пропоет, но с нами Бог, а с ними композитор. Пляшут ноты в росе с толком, ждут до ре, ми, фа, соль, ля и си, пока разбросает их по полкам чья-то дерзкая рука. Парурам, парам, парайрам, парурару, рару, 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 рам, парурам, парам.